Сегодня у нас видео о вертолетах Double Horse. Double Horse — достаточно известная фирма, которая производит вертолеты с гироскопом. Они бывают как маленькие, ну такие даже, еще меньше, совсем крохи, до больших, больших вот, буквально полуметровых, даже больше по размеру. А сегодня мы хотим полетать на небольшом, таком среднем размере вертолете Double Horse с гироскопом. Честно скажу, первый раз летаю, не умею это делать, но попробую. Наверняка любой, кто первый раз купил такой вертолет, но тоже с этими же сложностями столкнется. Мы зарядили предварительно. Рекомендую 2,5 часа заряжать вертолет при первой зарядке, но мы его зарядили. Вот. Я включил тумблер здесь сбоку. Лампочки загорелись такие веселенькие. Кстати, отличительная особенность вертолета с гироскопом, что у него винт стоит горизонтально. Включаем пульт. Пульт включается здесь. Вот так раз. Загорелась красная лампочка. Вот здесь переключатель Quick Slow. Он переключает интенсивность управления. То есть либо оно резкое, либо плавное. Вот этой ручкой мы регулируем вертолет по То есть он центрируется в горизонтальной плоскости. То есть либо крутится, либо нет. Крутится вправо, мы ручку, соответственно, двигаем влево и наоборот. Руль высоты и направление вот этот. Все достаточно просто. Если мы добавляем, двигаем сюда эту ручку, то у нас сейчас крутится лопасти. Ну, попробуем залететь. Так. Не очень удачно, но мы продержались в воздухе. Так, вторая попытка. Сейчас порешительнее будем. Залетай. Блин. О! Лампа горит. Вертолет цел. Вертолет цел. Так, нет, надо лететь в другую сторону. Жив вертолет. Так. Жив, кстати говоря, курилка. Еще раз. Вперед, поехали! Как точно я приземлился. В общем, надо тренироваться. Хватит.